Меньше теории, больше практики. Такая тенденция прослеживается в современном высшем образовании. Работодатель требует от потенциального сотрудника реальных прикладных навыков и умений. Базовая кафедра Сбербанка в ИФГУ предлагает студентам не только увлекательные мастер-классы и тренинги от профессионалов, но и практику в отделениях банка. Но есть такие направления, где без базовых кафедр просто не обойдешься. Потому что если студент за 4 года бакалавриата или 2 года магистратуры ни разу, и он учится, и учится финансам, и ни разу не побывал в финансово-кредитной организации, это все равно, что человека учить плавать и ни разу ему не дать войти в воду. Принципиальное отличие кафедры – дуальное образование. Теоретические дисциплины преподают в ВУЗе, практика – на рабочем месте. Базовую кафедру открыли всего год назад. Пришло время подвести первые итоги. На встречу пригласили студентов, которые целый год осваивали навыки финансового анализа и изучали устройство коммерческого банка. К нам приезжают люди из Москвы. Люди делятся своим опытом, рассказывают свои достижения, к чему можно стремиться, какие технологии сейчас вводятся. Они нам рассказывают про новшества, которые, в принципе, могут улучшить жизнь людей и даже, так скажем, в банковской сфере. Итогом обучения на кафедре для выпускников стала защита дипломных работ. В них молодые люди отразили свои предложения по улучшению работы финансовой организации. Соответствующие корочки станут хорошим подспорьем при трудоустройстве. У нас студенты, потом выпускники, могут более быть адаптированы к работе. Они могут в нее легче включаться. Могут решать уже в процессе обучения проблемы, которые связаны, ну, в частности, вот с функцией. Базовые кафедры в ИФГУ прочат успешное развитие. Чтобы сделать образовательный процесс лучше, представители банка выслушали предложения студентов. Например, перенести часть занятий в интернет. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.